Привет и добро пожаловать в путеводитель по Scratch. Меня зовут Замала, и я буду проводить для вас путеводители в этом году. CS50 каждое задание сопровождается путеводителем. Я буду проходить по практическому недельному заданию, буду объяснять основные концепции и также буду разбивать практическое задание на удобные части. Что касается первого задания в CS50, то мы еще пока не будем заниматься написанием машинного кода. Сейчас мы воспользуемся Scratch. Программу, которая позволит исследовать основные концепции программирования при помощи визуального и креативного способа. Этот путеводитель раскроет фундаментальные концепции, которые мы будем использовать на продолжении всего курса CS50. И также будет служить нам справочником по Scratch. Сперва давайте поговорим о спрайтах. Спрайты являются центральной вещью при создании своих проектов на Scratch. Каждый объект или персонаж, будь это кот, собака или мяч, называется спрайтом. Если я хочу, допустим, чтобы в моем проекте было два кота, то мне необходимо создать два отдельных спрайта в Scratch. Даже если оба будут идентичными, каждый спрайт содержит в себе скрипты, которые ассоциируются с данным спрайтом. Скрипты — это то, что вы будете строить при помощи перетягивания блоков. Образ спрайта определяет то, как будет выглядеть спрайт. И спрайт может иметь больше одного образа. Немного позже, по ходу этого путеводителя, я покажу вам, как может спрайт менять свое изображение. Немного позже, на протяжении этого путеводителя, я покажу вам, как спрайт может изменять свой облик во время работы программы. Чтобы создать спрайт в Scratch, вы можете выбрать первоначальный облик из библиотеки Scratch, либо нарисовать собственное изображение в встроенном редакторе, загрузить изображение или сфотографировать камерой вашего компьютера. Все спрайты размещаются на сцене. Сцена — это словно полотно, где могут перемещаться наши спрайты. Сцена и спрайты очень похожи. И, кстати, сцена также может иметь свои собственные скрипты. Скрипты на сцене очень полезны, особенно если этот скрипт не относится ни к одному из спрайтов. Возможно, он относится к многим спрайтам, а может быть и ни к одному. Хорошо размещать скрипты на сцене, если они имеют общую информацию и не относятся ни к одному из спрайтов. Таким же образом, как спрайты имеют свой облик, сцены имеют свои декорации, которые могут меняться по ходу работы программы. Вы можете сделать собственную декорацию, загрузить изображение, сделать фотографию, либо воспользоваться библиотекой декораций. Как сцена, так и спрайты могут проигрывать звуки из библиотеки Scratch, или вы можете загрузить или записать собственную звукозапись. Чтобы запустить вашу программу, вам необходимо нажать на зеленый флажок в правом верхнем уголке окна сцены. Но если вы ничего не присоедините к этому блоку вот здесь, то тогда ничего и не произойдет. Потому что вашему спрайту и сцене нужно сказать, чтобы они отвечали на события типа нажатия на зеленый флажок. Таким образом, вам необходимо присоединить блоки к этому выступу внизу зеленого флажка. И тогда Scratch будет выполнять эти действия, когда вы запустите вашу программу. А что же идет дальше? В Scratch существует много блоков для использования. И вы даже можете создать свои собственные блоки. Вы увидите три вкладки: скрипты, образы и звуки. Внутри вкладки «Скрипты» есть операторы категорий. Операторы удобно организованы по цвету. И у вас есть действия, связанные с движением, со звуком, с внешним обликом и так далее. Хотя у вас будут и другие блоки, которые будут построены вокруг ваших операторов, но именно оператор будет указывать спрайтам или сцене, что им делать. И тогда, как другие блоки будут помогать определять, когда же их выполнять. Допустим, вы создаете первый проект, и вы хотите, чтобы кот мяукал при определенных обстоятельствах. Чтобы это реализовать, мы можем использовать булевые или логические выражения, которые выполняются при истинном или ложном событии. В Scratch эти блоки определяются уголками в конце блоков. У вас будет набор разных типов логических выражений, например, нажата ли кнопка мыши, равняется ли 2 плюс 2 5, или типа нажимает пользователь определенную клавишу на клавиатуре. Вы не можете использовать эти выражения сами по себе. Вам необходимо скомбинировать это с тем, что мы называем условием. Блоки условий можно найти в оранжевых операторах управления. Условие имеет небольшую выемку в форме блока, который необходимо сюда вставить. Таким образом, вы можете выбрать свое логическое выражение в зависимости от ситуации и разместить его внутри вашего условия. И когда они совмещены вместе, то у вас есть условный оператор. Когда вы добавляете оператор в середину этого блока, у вас появляется организованная структура, в которой, если выполняется некое условие, то вы тогда выполняете эти операторы.
Одно из преимуществ компьютера – это значительная мощность и скорость, при помощи которых они могут выполнять повторяющиеся процессы. И вместо повторения инструкций снова и снова, и также их повторного набора или, как в этом случае, перетягивания и кидания, мы спрятали или инкапсулировали все это в цикл. Циклы могут быть использованы либо для выполнения вещей с нескончаемо вечным циклом, либо заданное количество раз. Например, повторить ту же самую инструкцию, типа сказать «привет» 10 раз, или, возможно, выполнять это до того момента, пока определенное условие не станет истинным. И с вот этим блоком повтора вы видите, как Scratch подсказывает вам, что вам необходимо поставить логическое выражение в блок «повторить пока не», чтобы таким образом создать условный оператор. Сейчас мы уже знаем, что можно спрятать повторяющиеся процессы в середину цикла. Таким образом, вы сразу можете увидеть, что кое-что подобное этому не может быть идеальным. Эта структура слишком длинная. Здесь просто выполняется одно и то же самое действие снова и снова. 10 раз на самом деле. Он двигается на 10 шагов, говорит «привет», и потом двигается еще на 10 шагов и говорит «привет», и так далее. Но при помощи циклов это можно немного упростить. Посмотрите, насколько вот это лучше, короче, меньше и делает то же самое. И переходим далее к переменным. Итак, переменные – это контейнеры для значений. В Scratch эти типы значений могут быть либо словами, либо числами, то есть значениями, которыми можно управлять. В этом первом блоке у нас присутствует текстовая переменная, которая содержит значение «Привет, мир». Во втором примере предполагается, что у нас уже есть переменная, которая называется «Счетчик», и мы увеличим его на 3. И в последнем примере мы видим пример переменной, которая используется в середине условия. В этом блоке мы спрашиваем, на самом ли деле переменная «Счетчик» меньше нуля. Когда вы создаете переменную, вам необходимо решить, делаем ли мы эту перемену доступной всем спрайтам в вашей программе, или она будет доступна только для определенных выбранных спрайтов. И это очень важное решение. Оно сводится к тому, какую область видимости вы хотите приложить для переменной. Пример локальной области видимости – это переменная лишь для одного конкретного спрайта, что означает то, что лишь этот спрайт будет иметь возможность увидеть или изменить эту переменную. Если вы определите для переменной глобальную область видимости, выбрав при этом все спрайты, то тогда это означает, что сцена таким же образом, как и все спрайты, будут иметь возможность видеть, изменять и также иметь доступ к этой переменной. И в терминах проектирования наилучшим способом является выбор локальной области видимости, когда это только возможно, чтобы другие спрайты на сцене не волновались из-за отслеживания этой переменной. Вы на самом деле можете иметь две переменные с одинаковым названием для различных спрайтов, если это только локальные переменные. Спрайт 1 «Кот» может иметь переменную типа «Счетчик», и спрайт 2 «Пес» также может иметь переменную с названием «Счетчик», только если эти оба переменные являются локальными, потому что область видимости этой переменной не распространяется на все остальные программы. И ни в одном из других спрайтов или сцене не будет неопределенности. Раньше мы вспоминали о точке входа, то есть о блоке, когда нажат зеленый флажок. И этот блок и другие вспомогательные операторы сообщают спрайту или сцене: «Окей, вот когда нажат зеленый флажок, вот это ты должен сделать». Но это не единственное событие, на которое спрайты на сцене могут отвечать. У нас есть, например, событие для «когда нажата клавиша», и вы на самом деле можете выбрать буквы от A до Z, и от 0 и до 9, или клавиши стрелки. Также существуют и другие события, такие как «когда кликнули по спрайту». Вы все это поймете, когда начнете работать с блоками события. У всех этих блоков есть единственный выступ внизу, и покаты вверх, который означает то, что ничто не может быть присоединено сверху к этому блоку. Вы строите под этими блоками события и строите их вниз. И что происходит, если мы хотим, чтобы какое-то событие произошло? Предположим, когда код касается определенной части на сцене. На самом деле у нас нет никаких встроенных событий, чтобы обозначить вот это. Итак, что же мы должны сделать? Так это создать свое собственное событие. И это называется транслированием или уведомлением. И поэтому, когда вы хотите сообщить, что произошло определенное событие, то тогда вы берете блок «известить» или «broadcast». Вы вписываете название события, которое вы хотите распространить или транслировать. И тогда какой-то спрайт или сцена сможет отреагировать на это извещение в зависимости от вашего желания. А блок «Когда я получу» говорит спрайту, что ему делать, когда он услышит ваше событие. Итак, запомните, что когда вы транслируете событие, то это делается для того, чтобы либо один из спрайтов, либо сцена получили его и дали свой ответ на это. И последняя концепция перед тем, как мы перейдем к разработке примера Scratch-программы, заключается в концепции потоков. Это когда ваш компьютер выполняет одновременные процессы в то же самое время. Я уверена, что все мы это использовали, когда просматривали интернет-страницы во время того, как слушали музыку. Компьютер может выполнять множество вещей одновременно.
В этом примере, вот здесь, эти два скрипта могут быть использованы для одного и того же самого спрайта. Выходной блок типа «когда кликнули по зеленому флажку» используется много раз, но там есть два отдельных скрипта. И действительно, блок «когда кликнули по зеленому флажку» будет одним из самых популярных блоков в вашей программе. И здесь мы видим, что когда кликнули по зеленому флажку, то один процесс происходит таким же образом, как и другой. Scratch будет на самом деле запускать их в одно и то же самое время. Полезно знать, что у вас на самом деле может быть больше одной точки входа, даже если это та самая точка входа, и если вы хотите отделить разные задачи друг от друга. Отлично. И сейчас, когда мы рассмотрели все эти концепции, то давайте посмотрим это уже на примере. Я создал серию программ, и теперь вы постарайтесь отследить то, как мы будем создавать одну небольшую игру. Давайте начинать и откроем голодный Дино 0. Нажмем на зеленый флажок, чтобы все начать, и посмотрим, что же здесь происходит. У нас есть спрайт-бабочка, который двигается на несколько шагов и появляется на определенной высоте, и потом шагает назад. И также есть спрайт-дино. И нажимая клавиши стрелки, я перемещаю спрайт повсюду таким образом, чтобы он поворачивался и вертелся. Это может быть весело, но в этой программе не так уж и много скриптов. И это точно мы можем расширить. Например, когда дино двигается, то он на самом деле может сойти с экрана и почти исчезнуть с поля зрения. Мы хотим это изменить, потому что мы не хотим, чтобы Дино убежал от нас. Давайте приостановим наш скрипт, нажав красный флажок, и потом отредактируем скрипт. Вы заметили, как этот конкретный скрипт имеет вечный цикл, который завершается вот этим прямым краем. У него нет никакого выступа внизу. И это понятно с названием Forever, то есть вечный цикл. И он выполняет кое-что нескончаемо и никогда при этом не заканчивается. Таким образом, это удобный случай представить вам поток. И давайте добавим сюда еще один скрипт. И я собираюсь начать с точки входа. Когда нажат зеленый флажок. И я хочу постоянно проверять, действительно ли Дино касается этого края экрана. В категории Motion или движение есть небольшой блок типа «отскакивать от границы экрана». И таким образом, мы хотим непрерывно выполнять вот это. Что же реально этот оператор делает? Так это проверяет, находится ли спрайт на границе сцены, и отскакивает от нее, если это так. Из-за того, что пользователь может всегда перемещать Дино, то мы хотим найти такой цикл, который позволит нам непрерывно выполнять этот оператор. Просмотрев категорию контроля, мы выберем цикл Forever, то есть всегда. Итак, давайте перетянем это в наш скрипт и добавим отскакивать от границ. И теперь проверим нашу программу. Великолепно. Итак, наша бабочка двигается как обычно. И если мы проверим наш новый скрипт, то мы видим, что наш Дино больше не выходит за границу сцены. Он просто отскакивает назад. Вы, возможно, призадумаетесь над тем, почему Дино отскакивает назад, а эта бабочка нет. Ну, это потому, что мы написали наш новый скрипт в середине скриптов Дино, а не в середине бабочки. Таким образом, бабочка не будет выполнять инструкции, которые мы дали Дино. Хорошо. И давайте добавим сюда еще кое-что. Если вы перейдете ко вкладке Costumes, типа образ, то вы заметите различные образы для выбранного спрайта. Если вы выбрали его из библиотеки Scratch. Вот здесь же находится милый образ типа Дино грызет. Итак, давайте реализуем тот момент, когда Дино грызет, когда, допустим, мы нажмем клавишу пробел. Переходим назад к нашим скриптам, и в этом скрипте, вот здесь, я уже проверяю в вечном цикле, реально ли была нажата определенная клавиша, и потом, соответственно, перемещаю Дино. Если была нажата стрелка влево, то Дино поворачивается против часовой стрелки. А если нажата стрелка вправо, то Дино поворачивается по часовой стрелке. А если была нажата стрелка вверх, то тогда Дино двигается вперед. Мы можем добавлять еще к этому скрипту эти блоки вместо создания нового скрипта, потому что это уже проверит нажатие клавиш. Давайте добавим проверку, нажат ли пробел. И эти блоки проверяют, действительно ли нажаты эти клавиши. Все они ярко-голубые, поэтому давайте перейдем к ярко-голубым операторам. Датчики, вот этот блок, клавиша пробел нажата. Мы хотим, чтобы Дино изменял свой облик только тогда, когда нажата клавиша пробел. Итак, давайте сымитируем вот здесь структуру. Изменение образа связано с тем, как же выглядит Дино. Поэтому давайте перейдем к операторам «Внешний вид». И нам необходимо изменить образ на образ «Дино грызет». И теперь, когда мы уже грызем, то мы не хотим, чтобы он грыз вечно. И поэтому давайте добавим сюда оператор или утверждение, который поменяет этот образ обратно назад.
Но при этом он поменяет свой образ довольно быстро, потому что в Scratch операторы будут выполняться слишком быстро, почти мгновенно, и поэтому давайте перейдем к панели контроля. И сделаем так, чтобы Дино останавливался ненадолго, ожидая всего лишь секунду после того, как он начал грызть. Теперь отредактируем спрайт для бабочки. И спрайт бабочки шагает вперед на 5 шагов. В целом получается 5 раз после паузы. В этом верхнем блоке вот здесь бабочка размещает себя на определенном значении координаты x. И чтобы найти значение координаты, вы можете просто навести мышь на экран. И тогда в нижнем уголке окна сцены обновятся эти координаты. Вы можете использовать эту особенность, чтобы выбрать необходимые координаты. И здесь, в этом операторе, мы указываем бабочке каждый раз начинать с одинакового значения x, но при этом выбирать случайную высоту, оставаясь в границах сцены. Вы заметили, вот здесь я использую извещение или уведомление о происходящем событии в Scratch. И перехватчик событий называется типа «Новая бабочка 1» или «New Bug 1». И когда бабочка получает событие типа «Новая бабочка 1», то она выполняет это выражение. После того, как она перемещается вперед на заданное количество раз, то распространяется событие типа «Новая бабочка 1». И давайте немного изменим наш скрипт. Прямо сейчас бабочка двигается на 5 шагов вперед. И это не так уж и много. В целом это происходит 5 раз. И мы, на самом деле, не знаем, сколько необходимо здесь количество раз, чтобы бабочка дошла, допустим, до границ экрана. Поэтому сделаем таким образом, чтобы она дошла до границ экрана, но при этом используем немного другую конструкцию. Я разделю это, потому что мы будем изменять несколько вещей. Чтобы удалить блок из Scratch, вам нужно перетянуть этот блок влево и потом отпускаете клавишу мыши. И таким образом он удаляется. Если вы решите, что вы не хотели его удалять, то тогда переходите в меню «Правка» и отменяете удаление. Но мы хотели все-таки бы избавиться от этого блока. Теперь, предположим, мы бы хотели пройти 50 шагов и остановиться на 1 секунду. И повторять это до того момента, пока не достигнем конца экрана. Итак, используем цикл, который позволяет повторять процесс до того момента, пока определенные условия не выполнится. И этот цикл называется «повторять пока не то-то и то-то». И что же идет в середине условия «повторять пока не»? Это что-то, что говорит, касается ли бабочка границы экрана, что принадлежит датчикам. Выбираем этот блок «касается», и вы можете выбрать здесь то, что вы хотите проверить. Мы выбираем «касается края» и добавим сюда этот условный оператор. Теперь, если мы будем наблюдать за нашей бабочкой, то она будет двигаться снова назад, как только она коснется края сцены. Прекрасно. Итак, мы закончили с голодным Дино 0. И таким образом открываем теперь голодный Дино 1. Это похоже на некое кулинарное шоу. И я добавила сюда немного особенностей или фичей. Например, вы заметите, что бабочка скользит на самом деле довольно плавно. Не так, как это было ранее. В категории движения есть оператор «скользить» – «glide». И теперь бабочка скользит 70 единиц вправо от начального размещения. Но при этом остается на той же самой Y-позиции. И Дино у нас может грызть, как это мы и реализовали ранее. Но эта программа не называется «Голодный Дино» просто так. Поэтому сделаем таким образом, чтобы Дино съел бабочку. Как же мы можем сказать бабочке или сказать Дино, что бабочку сгрызли? Как мы можем распространить это событие? Ну что же, мы знаем, когда мы изменяем образ для Дино на другой образ типа «Дино грызет», то тогда Дино грызет. И допустим, мы хотим, чтобы бабочка исчезла, когда ее съедят. Ну что же, нам нужно проверить, реально ли бабочку съели, и связаться с бабочкой, чтобы она пряталась или исчезла с экрана, когда ее съест Дино. Какая концепция и какие инструменты могут быть использованы, чтобы Дино сообщил бабочке, что он ее съел? Это уведомление или сообщение? Итак, давайте перейдем к событиям и добавим для этого уведомления событие «грызть». Прекрасно. Но помните, как только мы транслируем что-то, то мы также должны получить это событие. Итак, какой же спрайт будет передавать уведомление «грызть», чтобы это делал Дино, когда клавиша «пробел» будет нажата? Добавим блок, чтобы получить «грызть». И теперь, когда Дино грызет всего лишь пустое пространство, то мы не хотим, чтобы бабочка как-то вообще на это все реагировала. Только если Дино касается бабочки во время жевания, то тогда мы что-нибудь будем делать.
Таким образом, мы используем условие, то есть if, потому что мы проверяем, это истина или ложь. Теперь, если мы вернемся обратно к датчикам, то мы можем использовать блок «касается» и выбрать «Dino». В категории «вид» мы можем найти блок «спрятать» – «hide», который, собственно, и сделает таким образом, чтобы бабочка исчезла со сцены. Итак, мы ее спрячем, но мы хотим добавить еще одну бабочку, не так ли? Наш Дино голодный. И мы хотим дать ему еще одну бабочку для преследования. Поэтому транслируем новое событие, новая бабочка 1. Только мы хотим, чтобы он подождал немного перед тем, как появится другая бабочка. Таким образом, давайте подождем одну секунду. Прекрасно. И давайте все проверим. Мы едим, и бабочка исчезает. А потом следующая бабочка появляется, и мы едим ее заново. И это выглядит как довольно интересная игра. Но во всех играх должен быть счет, верно? Что можно использовать, чтобы отследить то, сколько бабочек мы съели? Это переменные. Итак, давайте добавим переменную, которая называется счет. И нам необходимо определить, какая область видимости у этой переменной. Давайте подумаем над этим. Мы можем захотеть так, чтобы бабочка увеличивала счет, если ее успешно съели. И сцена также может иметь что-то общее со счетом. Поэтому припишем эту переменную ко всем спрайтам. Мы хотим увеличить счет тогда и только тогда, когда бабочку съели. И мы уже написали скрипт, который разбирается со всем этим. Поэтому давайте добавим этот оператор сюда. Изменить счет на 1. Это означает, что когда вы съедаете бабочку, счет увеличивается на 1. И давайте поиграем в эту игру. И съедим, я не знаю, например, 3 бабочки. Как только вы наигрались, то нажимайте красный знак «Стоп», чтобы остановить игру. И когда вы захотите обратно вернуться, то вы заново нажимаете зеленый флажок. Но наш счет все же останавливается на 3, даже когда мы играем новую игру. Мы не хотим давать пользователям фору, поэтому необходимо перезагружать счет, когда начинается новая игра. Добавим новую инструкцию к нашему скрипту входной точки сцены, чтобы установить переменную счета на 0. И когда вы начинаете игру, то счет начинается с 0. Теперь откроем голодного Дино 2, куда я добавила несколько вещей. И я нажимаю правой кнопкой мыши по спрайту бабочки, чтобы таким образом продублировать этот спрайт, что и сделало этот спрайт полностью идентичным относительно предыдущего спрайта. Ядовитая бабочка будет идентична простой бабочке 1, но я выберу другой образ для нее, потому что я считаю, что простой жук, ну, будет выглядеть больше ядовитым, чем бабочка. Вместо того, чтобы увеличить счет, когда съели ядовитого жука, я на самом деле буду уменьшать наш счет на 1. И тогда я создала другой образ для Дино, используя при этом редактор рисования, чтобы сделать болеющего Дино и назвала его «болеющий Дино». Но мы пока что не используем этот образ в нашей программе. Поэтому добавим некоторые операторы и блоки, которые смогут менять образ Дино на зеленый болеющий образ Дино, когда он съел ядовитого жука. Сейчас, когда мы продублировали спрайт бабочки, то ядовитый жук будет содержать все скрипты, что и оригинальная бабочка. Если бы вы хотели скопировать скрипты из других спрайтов, то вы можете перетянуть скрипт на спрайт, в который вы хотите это скопировать. Но мы не хотим делать это вот здесь, потому что ядовитый жук уже имеет скрипт, который проверяет, реально ли жука уже сгрызли или нет. И мы можем использовать это, чтобы связаться с Дино, который уже съел ядовитого жука. Мы связываемся между спрайтами при помощи транслирования уведомлений. Таким образом, передаем новое событие, которое называется «Дино болен». И мы знаем, что у нас есть новый образ для Дино. Но мы также знаем, что лучше всего добавить паузу между теми моментами, когда образы изменяются. Поэтому, когда я получу уведомление, что Дино болен, то я буду менять образ на болеющий Дино. Подожду 1 секунду. И потом переключусь обратно назад на образ Дино голодный. Прекрасно. И давайте поиграем в нашу игру и съедим бабочку. И также съедим жука. И вы замечаете, как наш счет уменьшается на 1.
Иногда вы можете заметить, что переменная может не появляться в левом уголке нашего экрана. И если вы перейдете к секции данных во вкладке «Скрипты», то вы можете увидеть место для галочки возле переменных, когда вы их уже создали. И это прячет или показывает переменную на экране. Но вы также можете использовать оператор, который называется «Показать или спрятать определенную переменную». Итак, давайте используем «Показать переменную» счетчик, чтобы удостовериться, что каждый раз, когда мы начинаем игру, переменная нам видна. Прекрасно. И давайте запустим игру и сразу же съедим ядовитого жука. Теперь это слишком странно, чтобы в игре был отрицательный счет, не так ли? Поэтому введем сюда еще одну особенность или фичу. Итак, если Дина съедает чересчур много ядовитых жуков, то тогда он будет становиться очень больным. И игра закончится. И чтобы это реализовать, мы будем транслировать другое событие. Game over. Игра завершена. Как же узнать, когда выполнять уведомление, что игра завершена? Можно это сделать при помощи разных способов. Мы можем создать скрипт на сцене, который постоянно будет проверять то, что реально ли счет становится отрицательным или нет, и передавать уведомление, что игра завершена, когда счет становится отрицательным. Либо мы можем использовать тот факт, что единственный вариант, когда счет может быть негативным, лишь тогда, когда съели ядовитого жука. Потому что когда вы едите бабочку, то счет только увеличивается. Нет никакой пользы с того, чтобы проверять то, что игра завершена или нет, когда вы съедаете съедобную бабочку. Таким образом, можно просто изменить скрипт, который получает событие «Дина болен». Мы хотим сказать Дину следующее. Если счет будет меньше нуля, то сообщить, что игра завершена. И это все. Таким образом, давайте построим условия типа «счет меньше нуля», используя для этого блок из секции «Операторы», и перетянем счет в этот блок. И видите, здесь вы можете лишь перетягивать переменную счет и вводить сюда меньше нуля. Итак, мы будем транслировать другое событие, типа «игра завершена». Но если счет остается ниже нуля, то игра будет продолжаться. Таким образом, вместо использования конструкции «если», мы используем конструкцию «если это, то иначе, то-то и то-то». При конструкции «if-else», «если иначе», сообщается Дина делать что-то одно, если условие является истинным, и делать совсем другое, если условие ложно. Тело первого «если» можно переместить в «если иначе». Таким образом, давайте перетянем эту конструкцию вот сюда, в середину. Но если счет не меньше нуля, то тогда переключаемся назад на образ голодный Дина. Мы не хотим делать это мгновенно. Прекрасно. Но с того момента, как мы транслируем сообщение, что игра завершена, нам все-таки нужно еще создать блок-ресивер или получателя события. Существует инструкция «Остановить все» в панели управления или Control. Таким образом, давайте присоединим это вот сюда, к блоку «Когда я получу это, то игра завершится». Но мы также хотим, чтобы наши насекомые также остановились. И поэтому перетянем этот скрипт на все спрайты насекомых. И также перетянем этот скрипт на нашу сцену. Давайте проверим результат. Когда мы съедим ядовитого жука сразу, то программа останавливается. Как и ожидалось ранее. Ни одно из насекомых не двигается, и Дина также никуда не двигается, если вы нажимаете клавиши стрелки. Но, допустим, мы не хотим напоминать пользователю про его отрицательный счет. Поэтому давайте спрячем переменную счет со сцены, когда эта игра завершена. Прекрасно. И у нас получилась довольно хорошая игра. Если у вас есть больше времени, то вы можете добавить больше спрайтов и больше скриптов. Возможно, насекомые могут двигаться с различной скоростью. Вы можете добавить новый фон на сцену, декорации к завершению игры, чтобы когда сцена получила событие «игра завершена», то она может переключаться на новую декорацию, и все спрайты прячутся. Существует много приемов, чтобы отшлифовать вашу игру, и это лишь простой пример проекта того, что вы можете сделать в Scratch, используя все инструменты, про которые мы говорили ранее. Спрайты, образы, сцены, декорации, условия, циклы, переменные, транслирующие события и потоки. Голодный Дина не использует никаких звуковых эффектов, но вы с легкостью можете добавить сюда собственные звуки, переключившись на вкладку Sounds или звуки.
И также можете просмотреть звуковые инструкции. Scratch является великолепным вступлением к основным концепциям программирования. Итак, будьте креативны и самое главное, получайте удовольствие от программирования. Меня зовут Замала, и это CS50.